Известная актриса Луиза Райнер, которая первой в мире получила две премии «Оскар» подряд, скончалась в Лондоне от пневмонии, не дожив 2 недель до своего 105-го дня рождения. В 1936 году она получила «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Великий Зигфилд», а на следующий год стала обладательницей премии Американской киноакадемии за роль в фильме «Добрая земля».